Студенты Самарского социально-педагогического колледжа, к уборке готовы? Готовы! Что грустим, девчонки? Может, споем? Споем! Галинка, Галинка, Галинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. У нас всегда так, у нас студенты творческие, веселые, отважные, за любое дело берутся смело, справляются с поставленной любой задачей. Для нас, для наших студентов, это мероприятие очень ответственное, они и сами очень ответственные. И, конечно, мы выходим на это мероприятие всегда с радостью, как на праздник. Никогда еще не было отказов, чтобы кто-то из студентов отказался поработать на благо родного города. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Когда работаешь, чтобы музычка сопровождала, намного веселее и интереснее. Мне кажется, всем понравилось. Мы вот себе всегда сами создаем настроение. Мы решили, что нужно убраться, мы вышли и убрались. Но как мы это сделали? Мы сделали это с инструментами, с музыкой, вынесли баян, гитару, пели, танцевали. И убрались, и получили хороший заряд эмоций. Сашка, я устала! Пошли танцевать! Ну, давайте! Раньше здесь были бычки всякие, там пачки от сигарет, было очень много мусора, а сейчас после такой коллективной уборки стало так чисто, то что даже самой как-то радостно, что Самара у нас становится намного чище и красивее. Это чисто Самара! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Если ты смелый, ловкий, сильный, креативный, позвони мне по телефону 202-11-22, и я приеду к тебе, чтобы посмотреть, как убираешься именно ты. Это чисто Самара. Увидимся!